Сегодня я расскажу, как можно создать значок для картинки, которая вставляется у нас на видео в YouTube. Для этого мы заходим в любой фоторедактор, который вам нравится. Я пользуюсь Canva. Canva.com. Размер значка должен быть 1280 на 720. Жмем создать, можно закрыть. Вот. Теперь у меня уже есть определенный стиль. Это вот две полосочки, да, две картиночки, разделенные вертикальной полоской. Как мы сюда, значит, будем заливать фон? Я немножко тогда могу изменить значок, сделать его не такой, как у меня обычно бывает, раз мы делаем заново. Шапка у меня стала вот в таком стиле. Можно, допустим, сделать одну картинку такую. Но я не буду делать ее полностью, да, в таком стиле, потому что она слишком пестрая. Если мы будем что-то на ней писать, название будет теряться. Поэтому все-таки вот так. Потом добавим сюда элемент. Элемент вставим какой? Наверное, это будет фигура. Скорее всего, так. Наверное, обычный квадрат возьмем. Так, мы его немного так подредактируем, чтобы у нас все было ровно. И сделаем его другого цвета, такого розового. Что-то мне не очень нравится, так давайте-ка другой возьмем квадрат, может быть, вот этот будет поинтереснее все-таки. Нет, тоже мне не нравится. Во. Вот этот возьмем, да, вот этот мне нравится, прямо даже цвет практически такой, какой мне нужен. Совсем такой, ну, вот такой возьмем. О, прекрасно, очень мне нравится, замечательно. Так, кто ищет, тот всегда найдет. Ага, теперь сюда, в правый бок, я буду вставлять какое-нибудь изображение, да. Ну, какое мы будем вставлять? Значит, у нас тема была, что сделать. Ой, не так. Берем. Вот сюда вставим. Да-да, вот так как раз. И чуть-чуть пододвинем картинку. Мне не нравится, как она встала. Для этого два раза по ней щелкнем. И вот, например, вот так. Растянем. О, да. Хорошо. Здесь добавим надписи, да? Заходим в текст. Можете выбрать определенный какой-то стиль. Здесь уже тексты будут подобраны у вас. Не знаю, любой. Давайте вот это. Ой. Так. Что здесь напишем? Давайте напишем канал. Канал ваши дети. Упс. Ну что такое? Ну что ты прилип у меня? Так, вот. Сдвинулась рамка моя из-за этого. Так, канал «Наши дети». Так, хорошо.
Здесь будет у меня название, например. Что мы напишем? Как делать картинку для видео на YouTube. Да. Так. Нижняя надпись. Даже не знаю, что написать. Наверное, ничего не буду писать. Ну, в принципе, могли бы что-то написать, не знаю. Так, хорошо. Канал «Наши дети» мы можем немножечко делать побольше надпись. Угу. Так. И это тоже можно сделать само название побольше. 28, 32, 36. Ну-ка, не знаю, войдет, не войдет. Да, вошло. Смотрите, как хорошо. Шрифт этот мне не нравится абсолютно. Я бы их поменяла наоборот. Вот это тогда пусть будет Прата, а это Джозефин Санс. Окей. Пардон, я тут 10 делами занимаюсь одновременно. Так, этот шрифт у нас будет Джозефин Санс, а этот тогда наоборот. Наоборот. Брата, да? Давайте попробуем. Угу. Итак, вот пожирнее мне сделать, да. И слишком какой-то, на мой взгляд, огромный интервал. Чуть-чуть. Поменьше. Во. Угу. Так, все. В принципе, заставка для видео готова. Я ее скачаю. Можно в PNG, можно в JPEG, в принципе, разницы нет. Как сделать картинку для видео на YouTube. Вот. И покажу вам, как ее можно загрузить. Так, теперь мы должны загрузить нашу картинку в какое-то видео. Вот, например, у вас есть видео, вы его зашли редактировать. Какая-то из картинок вам будет предложена по умолчанию. Я же щелкаю на свой значок. Щелкаете свой значок. Выбираете картинку, которую мы создали. Вот она, например, да? Вот, отлично. Сейчас немножечко подождете, картиночка меняется, раз кнопочка исчезла. Угу. Вот, все. Картиночка ваша поменялась. Щелкайте опубликовать. Ваше видео готово по ссылке. Вот оно. Всем спасибо. Если остались какие-то вопросы, задавайте, я на них отвечу.